Всем привет! Сегодня наш очередной тайный поход в связи с карантином. В крае у нас строго взялись захождение по улицам и езду. Ну вот мы, благо, живем недалеко от окраины города, через пустырь. И сейчас прогуляемся, посмотрим, куда ведет вот эта дорога. Никогда по ней не ездили, не ходили. Так, сейчас пройдемся, посмотрим. Встретили вот такую выездку. Каждый спасается от карантина как может. Такое красивое весеннее небо. Трава зеленая, деревья уже некоторые зеленые. Машина едет, пусть едет. Такая дорога довольно накатанная. Идет. Ну, впереди поля. Техника ездит на эти поля работать. В той стороне за лесом были какие-то брошенные дачи. И где-то в той же стороне. С названием, с каким-то номером. 17:42, что-то такое. Здесь близко к городу. Народу шляется много. Всякие романтики. Мы только что спугнули. На машине уехали. Парочка. Поэтому живности встречается немного. А по другой дорожке, где мы гуляем, тайна. Там от города далеко. И в каждую прогулку обязательно то зайцев, то одного, то двух встречали. Куропаток. Прям чуть ли не каждую прогулку. Кого мы еще? Змей. А, змей, да, ну змей. Главное, большая змеи равнодушно на нас смотрят, а маленькая одна на нас прям атаковала. Цапли. Да, цапли возле речки, фазанов. Одну курочку сгоняли и двух петухов видели. Вот так все цветет у нас. Распускается. Весна без людей. Скажем, что сильно народ по домам сидит, и не скажешь. Хотя вчера в центр ездили, машин нету, центр вообще пустой. А на окраине жизнь бьет ключом. Машины ездят, и народ шляется по дворам. И бабушки с внуками без масок сидят. Хотя, скажем, эпидобстановка в крае не сильно благоприятная. Количество прямо скачкообразно увеличивается. Очень быстро обороты набирает количество заболевших. Наверное, все себя Маклаудами считают, бессмертными. Вот так.
Травка какая-то цветет. Что это за травка? Понятно. Кашки. Птички поют. Вот вторую неделю на дороге попадается целая куча вот таких жуков. Не знаю, что это, навозник. Черные жуки. И там в степи гуляли их целая куча. У них сейчас брачный сезон. Погода сегодня теплая. Где-то плюс 20 на улице. И ветра нету. Так что сейчас мы еще, возможно, и коптер попробуем запустить. А то он тоже устал уже в карантине. Дошли до полей, вот там в углу две машины, черные копатели или белые копатели, в общем, какие-то копатели что-то роют. Мы свернули, тут какая-то лесная дорога тоже идет, лесная полевая. Кто? Жук золотой, прям смотри, я такого ни разу не потрогай. Не хочу трогать. Аня нашла золотого жука. Ну он реально золотой. Ну так хорошо. Здесь яр какой-то идет, заросший. Еще больше мусором засыплен. Вот так цветет все. Красота. Запахи сказочные. Такие сволочуги у нас попадаются. Зараза. Страшные. Такая дорога. Еще одна. Сейчас по ней пройдемся, посмотрим. Ну, она тоже кулик, скорее всего, выходит. Вокруг следы человеческой жизнедеятельности. Осенний пал. Скорее всего, потому что трава зеленая вообще полезла. Зимой. Зима все равно весне. Зимой погореть.
Одного клеща сфотографировали, второй фотографироваться не захотел, мы тоже сняли. Сейчас высокую траву будем обходить стороной. Дорога уперлась в поле. Пойдем искать еще новую дорогу. В небе облака, вроде как к дождю, хотя дождь не обещали. Ну, посмотрим. Ладно, пойдем искать другой. Мы пойдем другим путем. Погода очень быстро портится. Прямо на глазах начинает затягивать небо. Но мы уже потихоньку двигаемся назад. На камере аккумулятор уже почти сел. С дома выходили, не заряжали его. Поэтому на всякий случай пока-пока. Но если что, еще доснимем, то доснимем. Все. Вот такие заросли. Тут любят прятаться зайцы. Вот мы дошли до развилки. Вот здесь за поворотом вот этот полустанок, про который я говорил. Ну, туда не пойдем там. Что там делать? Ну, сейчас развернемся и по этой дороге пойдем в другую сторону. Вот, и даже одуванчики у нас уже есть такие опушенные. Пока мелькает красный значок аккумулятора, хочу поздравить всех с праздником Пасхи, пожелать всем здоровья, всего хорошего, главное не болеть. Ну все, теперь точно пока-пока всем.